Добрый день, мои дорогие друзья, меня Гет зовут, и мы продолжаем проходить Mortal Kombat Deception Conquest. В прошлой серии мы остановились на том, на чем мы остановились, то есть мы много всего там прошли, можете посмотреть прошлую серию, если вы не видели, а именно подробности. Мы прошли тренировку за Кенши, прошли тренировку за Найтвульфа, причем очистили нашу душу, дождь пошел, смотрите. Класс, давно дождя мы не видели здесь. Ночь, друзья. Мы в земном царстве, и нам теперь Дамаши отговорил нас участвовать в турнире Mortal Kombat. Что тут темнит этот Дамаши, видите? То есть сказал нам возвращаться в Нижний мир, для того, чтобы опять нашу душу загрязнить, скажем так. Вот. Так что давайте, побежали сразу. Так, это кто? Рейден? Что он тут делает? Убирайся. Этот портал не для смертных. Кто ты? Я бог грома, Рейден. Этот древний портал... Портал открыли. Я должен охранять его для попыток что-то там. Господин Рейден, меня зовут Шижинка. Я воин древних богов. Это я открыл портал. Кто открыл портал? Воин, ты сказал? А я думаю, что ты не тот воин. Воин древних богов должен обладать мощью десятерых и умеет драться с закрытыми глазами. Ну, прям мы этому и научились, как Кенша. Разве можно о тебе это сказать? Давайте докажем им, что мы умеем драться, как 10 воинов и плюс еще с закрытыми глазами. Мы сейчас будем за Кенша драться. Так, докажи Рейдену, что ты чемпион старших богов. Отлично. Так, он мне сразу поебал, извиняюсь за мат, просто смешно опять дал. Ты мне лицо расквасить решил, или чё? Держи. Готов. Разрубили его. Раунд 2. Держи. Тварь, а. Я приемов не помню. Треугольник, 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 Л. Кружок, Л. А, все, понял. Так, еще раз давайте посмотрим. Не, не то. Так, стопэ. Так, стопэ, я что-то запутался. Движение, низ. Нет. Дзюдо. Нет. Тайчи, вот. Треугольник, 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 Л. Кружок Л, треугольник, крестик, крестик. Окей. Топором. Тварь. Норм, да? Запилил ему. Держи. Готов. Какой-то Рейден слабенький. Я даже вообще, в принципе, не напрягался. Так. Похоже, у тебя есть нужные силы и умения, Шижинка. Прости, что усомнился в тебя. Однако, если древние боги послали куда-то своего воина, значит, они считают, что приближается конец миров. Может, ты как-то связан с турниром «Бой насмерть» здесь, на Земле? Ты пришел помочь нам? Да, я собирался участвовать в турнире, но мне приказали отправиться в Нижний мир. Уверен, у древних богов были свои причины отправить тебя туда именно сейчас. Возможно, Шаолинь уже выбрал своего представителя. В любом случае, я буду внимательно следить за турниром. Шан Цзун хитрый колдун. Если на этот раз он выиграет, земля будет принадлежать Шаокану. Если после того, как я выполню свою задачу в Нижнем мире, тебе понадобится моя помощь, зови. Спасибо, Шижинка. Удачи. Так, в общем, понятно, да? Ну, дайте нам уже в Эдению телепортнуться. Чего вы нам, нас таскаете по этим старым мирам, все?
Я устал от этих миров, они некрасивые ни о чем. Мне не нравится Нижний мир, мне не нравится Outworld. Ну, этот, как мир порядка, более-менее смешной. Вот. Мир Хаоса так себе. Не знаю, Эдения вот самый офигенный город, по идее, и земное царство. Так. Отлично. Вот у нас сеть Камедугу. Нам теперь Нижний мир. По идее. Сохранение на memory карту. Два раза аж сохраняется. Ну, как обычно. Сонька там, чтоб точно уж прям, чтоб ничего не закараптилось. Опять ты сохраняешься? А, ты теперь загружаешься, отлично. Угу. Так. Не знаю, что нам теперь делать. Так, ну помните, мы там вот был, в Нижнем мире у нас не... Мы не могли, то есть, пройти на какой-то там остров. Вот. Поэтому давайте туда сейчас пойдем. Добрый день. Ну, как обычно, люди всегда рады здесь. Иностранцам. Какой консерватизм. Так, ну давайте на другой остров пойдем, что. Ермак? Ладно, развлекайся. Здесь ничего нет, пусто, пустота, тут нехрен делать. Что, скорпион, что ли? А мы к нему как-нибудь попасть можем? Так. Добрый день. Как дела? О, там видели какой-то? Если ты не знаешь, где колдун Куан Чи, не отнимай у меня время, странник. Я не знаю этого Куан Чи, но я могу помочь тебе найти его. Я Шиджинка, я уже странствовал по этому миру, и неплохо его знаю. Я вернулся в Нижний мир, чтобы набраться зла. Скорее всего, мне предстоит некоторое время побродить по здешним пустошам. Если я найду этого Куан Чи, то расскажу тебе, где он за определенную цену. Похоже, тебе уже удалось набраться зла в Нижнем мире. О какой цене ты говоришь? Я вижу, что ты обладаешь большой силой. Если обучишь меня своему жестокому искусству боя, возможно, это поможет мне сократить срок пребывания здесь. Обучая тебя черной ярости, пожирающей меня после моей смерти, я буду вынужден отложить свое отмщение Куан Чи. Я отказываюсь. Как хочешь, однако если я помогу тебе искать его, это приблизит момент, когда ты сможешь расквитаться с ним. В твоих словах есть смысл. Хорошо, я обучу тебя своему искусству. Смотри, не сгори от ярости Скорпиона. Да мы только с Кенши умели. Ну ладно, чё. Раз они нас впихают, эти обучения, то... Чё ж делать? Остается только это и делать. Скорпион. Так, окей. Acceptable. Отлично. Так. Ой, это что-то другое взял. Вот. Ну ладно. Скорпион, как всегда, охрененно выглядит. Во всех частях Mortal Kombat. У него такая стилистика такая вот пошла, такая рокерская. С этого именно Mortal Kombat, мне кажется. Если не Deadly Alliance. Потому что я в него не играл. Так, это не то. Такая у него, видите, стилистика, как будто такая железная броня у него. Так.
Спасибо. Так. Долбанный палец. Отлично. Суперб. Суперб. Так, пальцами в глаза. А паркот опять. Отлично. Ему все супер, да супер. Так. Отлично. Теперь другой стиль боя, да? То есть меч. Мугай Руи. Well done. Отлично. Well done. Ну, Скорпиону нравится наша техника боя. Это мой любимый прием, конечно. Первый. Классный прием, да? Нормально, его прям, как он только хотел приземляться, я его прям заджагдал, да? Так. Отлично. Крутой прием. Такой же был в новом Mortal Kombat 9. Только там нужно было специальный, ну, комбо для этого сделать. Superb. Так. У него наш прием, да-да-да. Well done. Кровавый гарпун. Класс. Я люблю Скорпиона, не знаю. Ну, меньше, чем Саб-Зиро, конечно. Но Саб-Зиро всегда больше прилипал. Скорпион какой-то вообще. Да, тёплый, мне кажется. Ну, хотя он крутой, там, где-то оверхир и так далее. Но... Но все равно... Как-то он сам мстит за свою семью, там, или за своих этих детей, которые там, этот, убил, так, кто-то. Он думает, что это Саб-Зиро их убил. Если не ошибаюсь, да? Нормальный будал, да? Так. Суперб. Но это, по-моему, не Саб-Зиро было, если не ошибаюсь. Насколько я помню по истории Mortal Kombat. Еще даже в Mortal Kombat Legacy в сериале говорили, что это вроде не он. А может он, я могу ошибаться, сейчас говоря. Сейчас с вами опять там в комментах начнете, как в тот момент с этим Тобисом Буном гребаным. Мне столько в личку, наверное, что 40 человек написали. О, Тобис Бун там не брат его. Да блин, господи, насрать мне, что он не брат его. Просто я сказал то, что это анаграмма. Сама смысл в том, что это анаграмма, не то, что там брат у Буна есть. Были два человека, Тобис и Бун. То есть Бун и Тобис там кто-то еще. Я думал, что Тобис Бун это его брат, а Тобис это вообще другой человек. То есть какой-то там Тобис, не знаю, какой там Тобис. Но они два разработчика были и по им именам сделали анаграмму. Так что все, хватит меня спрашивать и мне доказывать это все. Я уж понял. Wins.
Так. Мы прошли тренировку со Скорпионом. Я не подозревал, насколько сильна твоя ярость. Кванчи убил... Кванчи убил его семью, видите? И мой клан сумел предоставить все так, как будто это сделал Саб-Зиро. Вот я и говорю. Мою душу сжигает ненависть и жажда мести. Я хочу, чтобы он страдал и мучился. Это тяжелый груз. Я буду нести его, пока не уничтожу злобного колдуна. А теперь иди и найди Кванчи. Я уйду из Нижнего мира, пока не... Я не уйду из Нижнего. Он написал... Он сказал, я уйду из Нижнего мира. Он имел в виду, наверное, я не уйду из Нижнего мира, пока его не найду. Ну ладно. Так, давайте, я хочу с тем Молохом поговорить, какой-то там, видите? Помните, Молох был? Он сказал, типа, мясо там какое-то, что-то. Что-то там кого-то найти, другого Драздена какого-то надо. Если я не ошибаюсь, а тут у меня память уже начинает. Так, смотрите, кто там. Сайракс и эта баба, да? А сейчас обойти, наверное, наверняка можно будет, нет? Пожалуйста. По зязи. Нет? Нет, тварь. Окей, и ударь меня. Спасибо. Я вас тоже люблю. То есть мне нам все еще не дадут здесь пройти. Ну и в задницу. Пойдемте этого Дрездена искать, или как там. Так, где город? Туда. Бежали. Побежали. Так, а чё город? Что? А? Ладно. Даже комментировать не буду. Так, где этот Дрезден тут? Где-то тут должен... Так, это понятно. Вот у нас Дрезден, по-моему. Что это? Сначала Молоху были нужны осколки Оникса, а теперь что ему нужны? Стоп. Еда. Я немедленно отнесу ему... Блин, текст так медленно появляется, я даже не могу. Я постоянно предугадываю. Это что, икает он? И рыгает. Отлично. Спасибо за такой пасхалку такую. Блин, вот этот вот козлина в Армагеддоне такой просто пипец. Просто я даже не знаю, какое слово подобрать. Отвратительный будет, наверное, самое правильное и самое простое. Хотел бы я что-нибудь покруче. Но просто нереально. Просто отвратительный. Он весь кровью там изливается. Какие-то там приемы у него такие жесткие вообще. Он весь... Он человек-мускул такой, знаете. Вот. Так. Извиняюсь. Извините, ребята, я отчаянно. Извините, ребят, я отчаянно. Так, ой, извини, я отчаянно. Я тоже отчаянно тут. Так, нам сюда. Так, Кванчи. Кто ты? Что тебе нужно? Это прячься ли? Меня зовут Шужинка. Я ищу колдуна по имени Кванчи. Ты его нашел. Но ты не похож на человека, братство тени. Кто тебя послал? Я. И Скорпион. Думал, что сможешь от меня сбежать. В низких частях Нижнего мира моя сила растет, а твоя ослабевает. Ты поплатишь за смерть моей семьи, моего клана. Окей. Ну, видимо, мы должны будем драться. Как в тот раз за эту Ашру, или как ее там. Кванчи. Правильное место. Кванчи. Отлично. Кто-то мне в Facebook написал. Так. Так, а теперь прием смотрим. Треугольник L1, классик L1. Хорошо. Так, мне что-то не очень получилось. О, вот это я уже. Так. Давайте прям посмотрим, какой у него. Бам, бам. Так, я не хотел этого делать вообще-то. Ну, я не хотел это делать, я просто удар сделал. Ну ладно. Раунд 2. Файт!
С Викторией гребаной. Давайте посмотрим, что мне там на Фейсбуке написали. Так, ну это не мне, это там групповой чат нашего дома. Я в доме с друзьями живу. Как такая, знаете, студенческая жизнь. Так, тебе не уйти, колдун, наконец-то я отомщу тебе. Побежал за ним. Я буду пытать тебя вечно, колдун. Назад, назад, я приказываю. Ты это слышал? Похоже на звуки боя. Пошли, съедим того, кто проиграет. Такая парочка, это вообще. Норм, да? Так, ну давайте быстренько побежали там. Ну, дадут нам сейчас пройти куда-нибудь, нет? Интересно просто. Извините, я кофейна. Так. Блин, кто сейчас слышал в наушниках, такое какое-то дыхание было слева в наушнике у меня. Страшновато. Так, ворота открыты. Блин, глюк какой-то был. Чужинка, ты собрал в себе количество зла, достаточное для продолжения твоих странствий. Призрак ниндзя по имени Скорпион поделился со мной своей яростью. Хорошо, можешь покинуть Нижний мир. Спасибо, Дамаш, я не имею ни малейшего желания здесь задерживаться. Отлично. Так, ну давайте... Так, ну в принципе нас ничего здесь не держит, но давайте все-таки попытаем счастье и попробуем пройти... в то место. Ну, знаете, через мост этот. Не, там стоит охранник. Ладно, в задницу. Я сюда точно не вернусь. Мне здесь вообще ничего не держит. Только вот тот мост, в принципе. Так. Я этот ящик не хочу открывать специально, я уже говорил кому-то. Если посмотреть там какую-то, я не знаю, какую серию, где мы были в Нижнем мире, то я объясню эту ситуацию. Здесь мне уже лень объяснять. Это все из-за того моста. Ну дайте нам бы Дэнию пройти. Мы же Комедогу еще не нашли, блин, а где она? Где мы Комедогу не собрали? Наверное, в царстве порядка. Да-да-да, в царстве порядка. Приветствую, воин. Мне нужна твоя помощь. Рейден, буду рад помочь тебе всем, чем смогу. Я закончил свои дела в Нижнем мире. Шан Цунг объединился с другим колдуном. Так медленно текст появляется. Кван Чи сбежавшим. А, то есть Кван Чи сбежал? Он только что был там. У Кван Чи есть предмет, созданный древними богами. Амулет, способный работать, как ключ. Колдун не понимает все его силы, однако смог с помощью него выбраться из ада. Это Комедогу? Это не Комедогу. Но он связан с ними. Интересно, откуда ты знаешь о Комедогу? Как бы там ни было, я готовлюсь атаковать двух колдунов во внешнем мире. Они уже убили величайшего героя Земли, Лю Кэнга. Да ладно, Лю Кэнг сдох. Сейчас я собираю тех многих воинов, на которых я могу рассчитывать. Мы атакуем крепость этого смертельного союза. Ты пойдешь со мной? Да, можешь на меня положиться. Отлично. Просто замечательно, что воин древних богов на нашей стороне. Ну ладно, пошли помогать им. Блин, только серия уже скоро кончается, блин. Я уж хочу узнать, что там будет. Может быть, третью серию сегодня запишу, но я что-то устал. Я имею в виду не третью, а уже какую? 15-ю получается. Это сейчас 14-я у нас. Так.
сейчас недавно ко мне друг заходил просто так, ниоткуда. Я даже его не приглашал. Раньше, ну то есть как в прошлом году и вообще до прошлого года, мы как-то очень вместе... ну когда я в этот университет приехал? 2011 сентябрь, да? Так. Кейна! Стой! В чем дело? Меня зовут Кана. Кейна, может быть. По приказу колдунов Куанчи и Шансунга, все обитатели внешнего мира должны выполнять приказы Смертельного Союза, то есть Deadly Alliance. Я не житель внешнего мира. Я пришел сюда с земли. Без разницы. Мои люди отведут тебя в город Сандо. У Куанчи и Шансунга есть для тебя работа, приятель. А если я против? Думаешь, что ты выстоишь против нас всех? Наверное, нет. Так заткнись и иди за мной. Да ты бы вырубил их всех, Шужинка, ты о чем вообще? Как я зовут? Я Шужинка. Ну, Шужинка, добро пожаловать в ад. Вместе с другими рабочими этого города ты будешь строить дворец для Шансунга. Такой большой, чтобы там вмещалась вся его армия. Даже не думай о побеге. За твое слушание заплатят жизнью другие. Понял? Да, понял. Хорошо. А теперь за работу. За работу. Окей, наконец мы в этой деревне. Друзья, хурей! Даже не знаю, заканчиваю на этом серию или... Давайте чуть побегаем. Настойка для памяти? Да, вот последняя бутылка. Ага, то есть мы сейчас вернем память этому Блейзу. И в Армагеддоне он станет последним боссом. Отлично. Что-то мне не хочется эту настойку давать ему, чтобы Армагеддон не сделали. Круто, если вся жизнь зависела от этого. Золотой ящик, и сейчас, по-моему, там тот Джонни Кейдж только мимо нас пробежал, да? Открывает гора драконом. Открыли новое место, отлично. Так, это Джонни Кейдж, что ли? Кейдж, да. Будешь драться с Кейджем? Да, буду. Ай, блин, дайте мне, пожалуйста, Саб-Зиро, ну, умоляю вас, умоляю, дайте мне, пожалуйста, Саб-Зиро, я хочу Саб-Зиро. Умоляю. Скорпион, сделай комбо 12 ударов. Отлично, спасибо. У него такое вообще есть комбо? Раз, раз. Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я помню это дело, но Саб-Зиро гребаные тварилы. Может быть, сделать вот так вот? Нет, нереально, я с этим Скорпионом не сделал это. Это нужен Саб-Зиро, я точно помню, это Саб-Зиро я делал. Вот. Так что давай в жопу тебя, Джонни Кейдж. Так, что у меня с камерой? Эй, камера. У меня с камерой что-то случилось. Что-то он как-то вниз смотрит. Ладно, давайте с Лимой поговорим и... Это Лимой, да, я насколько я помню. Что-то с камерой не то. Ты не из этого города, кто ты? Почему ты оказался здесь? Я Шужинка. Спасибо, что вы нам показываете задницу Лимой квадратную. Так, ну, вы можете прочитать сами. Я Лимей. Моя деревня была завоевана Смертельным Союзом... Ну, то есть, Deadly Alliance'ом, самый первый. Мой народ был обращен в рабство. Когда-нибудь я отомщу. Какой твой план? Смертельный Союз пообещал освободить людей моей деревни, если я выиграю их турнир. Я согласилась, но турнир для меня лишь предлог, чтобы подобраться к ним поближе. Я атакую их, когда они меньше всего будут этого ожидать. Смелая речь, но почему ты думаешь, что ты сможешь победить их обоих? Я понимаю, что я еще не готова сразиться с ними. Если бы кто-нибудь научил меня, возможно, я смогу тебе помочь. Я много лет изучал разные приемы боя. Так научи меня, Шужинка. Помоги мне освободить мой народ. Я научу. Дерес! I believe that course of action will end in misfortune. Ладно. Так, у нас, видимо, тренировка пошла, но я думаю, мы ее не будем сейчас делать, потому что, просто говоря, у нас серия заканчивается по времени. Так что давайте, ребят, сколько сейчас время, кстати говоря? Так, давайте монитор включу. Так,
Время. Ладно, неважно. Я думаю, сейчас я на этом закончу, ребят. Так, выйдем к карте. И сохранимся, потому что уже играем достаточно. Так. Окей. Я думаю, на этом, да, я уже третий раз говорю, закончим эту серию, ребят. В следующей серии будем учиться у Лимы, освобождать эту деревню и делать все то, что... Все то, что мы должны делать. Вот. С вами был Гет. Это прохождение Mortal Kombat Deception Conquest. Всем пока. Увидимся в следующей серии.